эрозия. Какое ее значение в плане оплодотворения и влияния на беременность? Эрозия – это нарушение целостности слизистой оболочки шейки матки. К эрозии приводят различные заболевания, в частности, те, которые передаются половым путем. То есть нормальная слизистая оболочка шейки матки замещается дефектной, либо нарушается вообще ее целостность и образуется изъязвление. Перед лечением бесплодия необходимо обязательно пролечить эрозию либо медикаментозным путем. Если это не поддается лечению, то необходимо провести хирургические методы лечения, такие как криодеструкция, лазерная коагуляция, либо лечение электроножом. Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможное инфицирование ребенка во время беременности и для того, чтобы предотвратить возможное невынашивание беременности. Потому что наличие эрозии является входными воротами для инфекции. Инфекционные агенты могут нарушать развитие эмбриона, развитие беременности и приводить к преждевременному прерыванию беременности.